Мы сейчас покажем игру доктор Плюшева. Так, что у нас тут? Давай. Тут есть вот такие вот пластыри. Давайте вытащим из коробки. Да. Еще должны быть. Вот. Так, а где всякие маленькие? Сейчас найдем. Они в коробке были. Так, я нашла одну. Так. А что это такое, Маечка? Вот это что такое? Это? Вот это. Даш, подожди. Это у нас что? Это надо разложить по местам, да? Это надо разложить по всяким местам. И доставать потом. Ну, давайте, раскладывайте. Тут пластыри. Так. Ну, побыстрее, какая разница? Там есть значение, куда раскладывать? Да. Вот это сюда. А вот это. Это сюда. Ну, смотри. Вот. Так. Так, снизу, вот сюда. Дай-ка я. Почему? Колька, ты. Так, только не ругайтесь. По очереди, да? Это тут. Это тут. Ну, а это вот. Так, в чем заключается игра? Даш. Если вот эти вот железные штуки коснутся этой железной штуки, то будет вот такой вот знак. Значит, надо, задача мою штуку. Надо достать так, чтобы ты не коснулась этой железной штуки. Положи. Хорошо. Покажи еще. Когда мы вытащим... Когда ты достал, надо положить сюда пластырь. Ага. Теперь давай Маечка вытаскивать следующую. Положить сюда вот. Потом ты вытаскиваешь следующую, а вот этот пластырь убираешь и кладешь обратно. Чего? Май, доставай. Давай теперь, Маечка. Май, надо аккуратно. Вот, когда касаешься, загорается красная кнопка и характерный такой звук трещотки. Аккуратно, молодец. Бери пластырь. Май, где ты достала бубочку? Пластырем заклеиваешь. Вот это кладем обратно. А зачем мы это кладем обратно? Потому что так надо. Да. Ну, давай еще покажи, как доставать. Такие вот толстенькие, я стараюсь. А? Вообще, по правилам игры, как только ты прикоснулась и загорелась красная лампочка, и ты услышала вот такой звук, ты должна передать вот эти щипцы другому игроку. Он пробует достать аккуратно. Да. Если ты коснешься, то я достаю. Можно любую. Главное, не коснуться. Давай, давай, давай. Ах, тяжело. Ох, тяжело. Молодец, клади. Так, эту кладу обратно, эту пластырь убирай. А зачем его убирать? Оставляй просто туда, на то место, ставь другой пластырь. Нет. Да. Давай, вытаскивай, Даша следующую вытаскивает. Даш, ты не совсем по правилам. Вот она одну достала, теперь давай, доставай ты. Я заклеила пластырем. Заклеила, все. Теперь ты доставай, чтобы не коснуться. Вот, клади к себе в копилку. У меня нету. Ну, рядом просто положи, рядом. Заклеивай пластырем. И так кто больше достанет вот этих вот. Так, о, все. Давай. Нет, не обижайся. А ты, Даша, в следующий раз не вырывай. Все, Даша коснулась. Ну, что там, тяжело? Ой, упрыга. Она коснулась, это только что загорелась. Тогда ставь на место. Нет, я нечаянно коснулась. Маечка, ну... Это было нечаянно! Иди, Май, твоя очередь, Даш, заклеивай пластырем. Не хочешь больше? В общем, вот такая игра.